привет! Привет, Женька, я что-то не поняла, где твой переводик? А? Жадный! Итак, снова я прикрепила карту Сбербанка. Мои сладкие, я хотела сказать вам всем огромное спасибо, потому что мы уже собрали почти 20 тысяч. И, наверное, я все-таки прыгну. Сколько собрала прыжок с парашютом? Почти уже 20 тысяч, как я сказала. 18, короче, если быть точно, 18 900, что ли. Привет. Приветик, Дерябина. Люблю тебя ужасно. Возвращайся на дом 2. Привет, привет. На дом 2 я не вернусь, поэтому вам придется смотреть на меня здесь. Я с ВТБ отправил пару дней, будет идти. Ой, Женек! Поторопи там ВТБ как бы, а? Ничего страшного, нет. А то с Тольятти перевели только один раз, походу. Что вы там вообще загнулись с деньгами? Так, Анастасия перевела 20-ку. Спасибо большое. Я тебя обожаю. Я вас тоже люблю очень сильно. Вот люди пишут, что я эти все деньги пущу на благотворительность. А вот хрен там плавал! Полезная ли маска для лица из... О, боже мой. Дальше читать даже не буду. Зачисление 80 рублей. Спасибо вам большое, дорогие мои. Напоминаю, что карта вот здесь прикреплена. Мы собираем на прыжок с парашютом. Екатерина Алексеевна перевела 80 рублей. Огромное спасибо. Как вы все хотите посмотреть, как я, блин, это... обдудоню штанишки. Я вообще поражена просто. А у тебя директор с Троицка, да. Я тоже с Тольятти, мы тебя любим. Я вас тоже люблю. Но еще сильнее буду любить, если вы бабосики мне покидаете. Я тогда вообще Тольятти буду боготворить. А где ты будешь прыгать? Я 15 числа лечу на халяву в Дубай от компании MWay. Эту поездку подарила мне мамочка моя. Вот, и хотелось бы очень, чтобы прыжок тоже был халявный. Ну, просто меня там, ну, не знают, походу. Я боюсь, что они по бартеру не согласятся, чтобы я прыгнула. Стоит 30 тысяч. Вот, поэтому приходится у своих подписчиков просить, чтобы они скинулись все мне на прыжок. Ну, просто мне жалко свои отдавать 30 тысяч, нифига себе, просто... просто пятиминутное удовольствие. А так, если мы соберем все, скинемся по сотке, то что там, рубль же не жалко, 100 рублей тоже там, 500, что жалеть. А 30 тысяч со своего кармана как-то жаба меня душит. Да и Саша меня послал, вон, можете на него посмотреть. Кстати, ребята, мы купили Сане куртку новую. Киша, похвастайся. Все подписчики мне пишут, многие, типа, поменяйте Сане куртку, купите. Вот, мы купили Саше куртку, выделили мы денег немножко, но он немножко, но там... Сколько куртка стоит, Сай? Ну, только ты не говори, что мы с их денег, которые они отправляли нам на карту, на прыжок, мы с них потратили тебе на куртку. В Москве нельзя прыгнуть, потому что я не хочу прыгать и смотреть на поле или на деревья. Зачисление 4 рубля. И Татьяна Андреевна, спасибо вам большое. Ваш вклад очень важен для нас. Я честно это говорю. Вы можете смеяться, но если каждый кинет даже по копейке, это офигеть какие бабки. Вот. Деньги это детям на подарки и покупать. Нет, не детям, мне.
все мне, все в дом. Просто Саня говорит, что какого фига я не работаю, ну, типа, не даю ему денег, ну, вклада нету с моей стороны. Я работать не хочу, решила попрошайничать. Вот. Сейчас все ваши бабки пойдут на ремонт. Ну, и Сане вот я куртку купила на ваши деньги. А, еще стекло мы поменяли в машине за 9 тысяч. Тоже ваши деньги туда пошли. Поэтому вы скидываете, вы скидываете. Кристишка хочет жить хорошо, богато. Кстати, ребята, забыла вам сообщить самую главную новость. Благодаря вам и вашим денежкам, которые вы перечисляете мне вот на эту прикрепленную карту Сбербанка, мне позвонили из журнала Forbes. Они сказали, что я вхожу в тройку самых богатых людей град Московского. Видали как? Да, я подвинула самого Ричарда Гира. О, 99 копеек! Это бомба, почти рубль! 19 037 рублей 42 копейки мы собрали. Ребята, вы бомбические у меня, вы супер вообще. Вот так вот, вот так вот. Хер ли просить на благотворительность, да, когда просто можно честно сказать, ребят, ну нет бабла, хочу потратить на себя любимую, на мечту. Ну и все, все, что, каждый поймет, каждый захочет, кинул. Это честно, я считаю. Ветер, кстати, до сих пор мне не перевела денег. Инна, сестра, до сих пор не перевела денег. Поэтому, дорогие мои друзья, я вас призываю о том, то, что какого хрена только вы скидываете, да? Давайте вот как бы напишем все дружно, Оли, Ветер, ну типа переведи бабки, что мышишь? Ну, как бы... Уж от 10 рублей не обеднеет. Реклама вон как прет. Пусть скидывает. Ребят, ну что вы все повторяете за мной? Типа я тоже хочу, чтобы мне поскидывали. Придумайте что-то свое. Я вот, ну, вот так вот с подписчиками. Видите, какое у нас доверие между нами, между мной и моими подписчиками, что они мне даже бабки скидывают. Это уровень. Авторитет. 300 рублей! Екатерина Владимировна перевела 300 рублей! Офигеть! Спасибо большое! У нас 19 364 рубля. Офигеть просто! Алена Игоревна 27 рублей перевела. Я просто в шоке, просто. Просто в шоке. Сейчас мы едем в Леруа Мерлен на ваши деньги купить розетки домой. Мне так нравится, что эти, знаешь, которые, ну, плохие, которые подписчики плохие, они так бесятся от этого, то, что я иду и в Леруа Мерлен чужие бабки трачу. А я буду это делать. Буду, это же моя... Зачисление 300 рублей! Подождите, или это было уже? А, это было уже. Чё ору? Ну, сейчас мы вот это... Мы сейчас на ваши бабки ремонт дома сделаем. В Дубай я еду на 6 дней. Опа, опа, я на связи. Лика, привет. Следи, чтобы связь была нормальная. Мы сейчас приехали в Леруа Мерлен тратить деньги все. Благотворительность называется «Помоги Дерябиной». Помоги безработной Дерябиной поменять розетки дома. Господи, езжай быстрее. Чё ты какая-то... Да? Господи, а? Понапокупают эти
Нет, я не за рулем, за рулем Саня. 15 рублей зачисление, спасибо огромное. Максим Александрович, спасибо вам большое, вы супер. Я очень рада, что мужчины тоже с нами. Я очень рада, что мужчины не безразличны к моей мечте. Они не знаешь, не переваливают на Саню, на моего ответственность. Они вот, баба попросила, я попросила, они просто мужики берут и делают. Вот это уровень, вот это я понимаю. Мужик сказал, мужик сделал, вот. Розетки, мечта. Нет, я прошу вас на мечту, а бабки трачу на другое. Сейчас вот Сане куртку вот купили, вот вы вчера поскидывали, мы Сане куртку купили. За 1000 рублей. По скидке. А это черная пятница. Вы приехали? Нет. Пойдем. Вот честно, я вот хочу призвать всех блогеров, ну, у кого много подписчиков, у них же реклама прет, пусть они тоже мне на мечту поскидывают. Что, им жалко, что ли? Или хотя бы пост выставят, да? Ну, как бы что. Вот и проверим, кто среди них друг. Кристина, ты большая, молодец. Ты делаешь очень большое и доброе дело. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Я тоже считаю, что прыжок с парашютом – это очень доброе и большое дело. Спасибо большое. Ты пьяная, что ли, спрашиваешь? Нет, я обдолбанная. Нахер пить, когда есть кокс? Господи, люди вообще меня просто убивают. 15 рублей зачисления, ребята. А чё ветер? С ветер мы уже решили. Все, ветер ни хрена не переводит. И, короче, она мышь, блин. И, короче, я ее в черный список добавляю. Мышь. Да, ребят, кто очень близко воспринимает мои слова к сердцу, не переживайте, я просто 33 рубля Людмила Сергеевна перевела. Я просто шучу, это как бы мы ваши деньги не потратим, не переживайте. Ну, как бы, если бы там было 3 ляма, наверное, я бы не вышла в прямой эфир. Но так как там 18 тысяч, поэтому больно не пошикуешь. Ну, только розетки, если купить. Все, короче, я отключаюсь, вы переводите баблишко. Талончик надо взять Леруа Мерлен, чтобы это поняли, да? Бери талончик. Куда идем, зай? 246, а мы 227-й. Все только на возврат, наверное. Все на возврат. Может, мы успеем пока в Мегу съездить, бабки потратить? Киш. Киш, поговори с своими подписчиками. Ты же не верил в то, что я соберу деньги? Я вообще не верю. Я не верю своим глазам, что это действительно так. Мы собрали 19 тысяч. Он не верил своим глазам, что я соберу ему на куртку. Да. Киш, ну покрасуйся теперь перед подписчиками, какая у тебя курточка за их баб деньги. Вот, вот, на что вы скинули. Вот, вот, Кишенька. Вот, Киша. Киша, капюшончик еще надень, чтобы люди видели. Киш, еще капюшончик в Леруа Мерлен. Мы стоим. Вот так котик какой. Ой, какой самец, самец. Ой, вот так вот. Вот так вот. Вот так. Спасибо вам, дорогие друзья. Сейчас поедем штаны покупать. Потому что у Сани подраны вон. У Сани подрана коленка. Надо сейчас еще будет на ваши деньги купить ему штанишки. Да, варежки, варежки, варежки. Надо к зиме готовиться, зайки. А вы переводите, переводите. Ну, пожалуйста. Вот, видишь, Лика пишет. Не замерзли теперь, чувак. Пожалуйста. Киш, ты неправильно делаешь. Ты неправильно агитируешь людей. Ребят, пожалуйста, большое. У нас... Пожалуйста, помогите одеться зимой. Мальчик мерзнет, ему холодно. Ты что, дурак, что ли? Ну, не надо так говорить. Ребят, пожалуйста, у нас есть мечта. Саня очень давно увидел в H&M хорошие джинсы. В твое даже, да. Нам не хватает. Пожалуйста. Кто чем может, помогите.
Слушай, а может быть у них у всех попросить? Может, они мне дадут бабок? Ребята, на мечту. Вот это вот в пуховике точно у нее. Вот у этой точно бабки есть. Вот у этой. Вот она идет. Видишь, у нее? Вот, у них двоих точно есть бабки. И кто заходит в стрижку, того бабки. Точно, 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 зай. Иди поговори потому с людьми. Потому что те, кто уже выходит, они уже потратили. Иди, тебе надо вложить 1000 рублей, которые ты на пуховик потратил. Крис, покажи курточку. Это тоже на ваши деньги куплено. И волосы. В прошлом году. Короче, мои малыши, мы пошли менять розетки. Тихо. Меня узнали. Прием. И, короче, она это... А что я испугалась? Может, надо у нее денег спросить, Диана? За ее... Где она? Вон она пошла. 2 минуты просмотра. Вон она пошла, она меня узнала. Пусть денег дают. Она заходит в прямой эфир. Она заходит в прямой эфир, точно. 100 рублей! Это 100 рублей Ксения перевела. Смотри, Екатерина, 53 рубля, зайка. На камеру перевернула. Да, да, зайка, смотри. Угу. Охренеть, благодари быстро. А, спасибо, это спасибо. Это тебе на куртку. Спасибо, дорогие Она реально мои. Зашла в прямой эфир, смотри. Она реально зашла в прямой эфир, смотри да? тебя. Где? Она в натуре точно зашла в прямой эфир. Вон она. Смотрите, вон она. Смотрите. Смотрите, вон она. Вон, пошла. Курочка. Вот так вот. А у моей дочки во вторник день рождения. 5 лет. Нет, ну это точно не хватило. Я тоже хочу такую куртку. Киш, такую куртку, как у тебя, никто не хочет. Все хотят, как у меня куртку. Понял? Новосибирск, привет. У тебя замечательный муж, который не дает мне на прыжок. Потому что я дорожу ее здоровьем. Мне нужна в целости сохранности. А что ты лжешь? А потом ты мне просто, придется ехать в Дубай и собирать мышишь. Твои кости. Ты просто мышишь. Так, все, короче. Мы пошли менять розетки. Я вас люблю. Переводите денежку. Целую вас, мои сладкие. Вы лучшие.